Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами строить колхоз «100 лет без урожая». В прошлой серии мы с вами вот там вдалеке построили два колхозных автомата, которые просто тупо хреначили роторы. Я пока не заправляю свои штуки биотопливом, потому что прессованным, потому что я просто, короче, листьями их захреначиваю, и в принципе нормально работает. Мне лень строить пока переработку и все такое прочее, хотя, наверное, сейчас придется. Мы сейчас начнем в этой серии все нормально, по-нормальному планировать. Короче, у нас будет всего лишь двухуровневая фабрика, я не буду уводить ее ввысь и строить каждый следующий тир этажом выше, как это было раньше, потому что не хочу. Мы сделаем по-другому. Мы сделаем скрытое распределение, проводку и прочую другую хрень. А, в принципе, все производство у нас будет в виде отдельных блоков на втором этаже находиться. Так, теперь нам нужно прихреначить космический лифт и посмотреть, чтобы все работало. Так, космический лифт у нас не хреначится. Так, еще, кстати говоря, у космического лифта же есть дырки теперь. Нам надо как-то так сделать, чтобы этих дырок вот здесь вот было минимум. Ну ладно, дырок, короче, будет до хрена. Окей, давайте тогда мы с вами займемся строительством. Правда, мне этот цемент нужен, ну и ладно. Мы потом себе еще наковыряем. Так, наша задача сейчас сделать себе нормальную просторную площадку под космолифт, с которой можно будет спустить вниз всякую фигню. Так, и пока мы будем строить, наша главная задача сейчас не упасть. Потому что ранца реактивного у меня еще нет, и я уж теперь не знаю, когда он появится в этой версии игры. Если я упаду, мало мне не покажется. Так, скорее всего, после того, как я вот этот залью, на лифт мне уже не хватит. Ну ладно, ничего страшного, у меня нормально накопилось ресурсов. Я теперь серии записываю только когда ресурсы накопились, чтобы не тупить, не ждать и прочее. Только экшон, ребята, все для вас, чтобы вы не скучали. Так, ну, площадка готова. Так, площадка готова, на этой площадке у нас гарантированно влезет. Так, космический лифт, только на него нет, хватает всего. Знаете-ка, всего хватает. Так, ладно, это у нас один из кусков. Причем нам надо так его сделать, чтобы рядом находился блок, который можно удалить. И с одной, и с другой стороны. То есть нам надо его поставить где-то вот, наверное, вот так. Под ним мы тогда стираем блок и спускаем вниз вот эти штуки. Так, давайте попробуем сюда поставить для начала. Но я не уверен. Поэтому сейчас протестируем. Давайте вот так вот в уголочек его приткнем, этот лифт. Космический. Так, ну-ка, сейчас будет эпик-то? Сейчас должен быть эпик. Они же наверняка переделали анимацию к релизу-то. Нет, не переделали, походу, да? Но она и была эпичная, но тем не менее. Давайте, спускайте мне эту фигню. Все, платформа затянута. Что-то такое ощущение, что она теперь ниже. Не? Я вот не помню, до нее, по-моему, раньше нельзя было добраться, тебя убивало. Блин, какие-то огни вообще странные. Ну ладно, допустим. Хорошо, нам надо загрузить 50 вот такого вот говна для того, чтобы продвинуться дальше. После этого, соответственно, у нас что-то дальше пойдет. Окей, хорошо. Теперь давайте смотреть. Во-первых, можно ли мне вот эту штуку разобрать? Я думаю, что можно, чего бы нет. Так, штука разбирается. Соответственно, туда-вниз у нас пойдут. Так, туда-вниз у нас пойдут. Это у нас что? Что с логистикой? Логистика. Так, у нас пойдут конвейерные лифты первого уровня, потому что, кстати говоря, их надо вывести на панель. Все, они на панели будут, эти конвейерные лифты. Так, вот у нас деталька номер один, деталька номер два, так, деталька номер три. Так вот они у нас пойдут вниз. А это мы потом стенами заставим, чтобы было красиво. Да? Ну, я думаю, что да. Полов-то здесь с дырками так, наверное, не сделали. Я думаю, что, скорее всего, не сделали. Так, космический лифт у нас подключать ни к чему не надо. Он и так работает. Ну и зашибись. Ладно, хорошо.
Так, это у нас один элемент. Где-то здесь у нас будет хаб, который мы перенесем. Я думаю, что он, в принципе, наверное, где-то прямо здесь и будет. Но это мы перенесем, когда у нас уже нормальное электроснабжение появится. Так, а здесь у нас будут тогда слева от этого всякие производственные цепочки. В принципе, я думаю, что мы заходим и можно сразу начинать планировать. Так, ну давайте. Надо, правда, сейчас, наверное, будет за цементом сходить. Да, надо сразу сходить за цементом, перед тем, как что-то планировать. Чтобы потом два раза не возвращаться. Так, цемент. Все у нас тут переполнило, все у нас тут хорошо. Все у нас тут зашибись. Можно строить, ни в чем себе не отказывать. Так, забираем прям полную катуху цемента. Пусть она пока производится. Так, здесь у нас так все нормально. Ну, погнали. Нижний этаж мы пристроим позже. Он же этаж технический. А пока сделаем себе каркас для начала, для плавилин, наверное. Так, какого размера? Ну, давайте такого пока сделаем. Если что, мы сможем его продлевать. Тут, правда, вот эта вот херня, наверное, будет мне мешать, на которой слизняк висит. Ну и ладно. Это вообще не страшно совершенно. Так, теперь мне надо приделать сюда полы. Почему не сделали заливку по контуру, не понимаю. Может, я что-то не понимаю в программировании, но вроде как несложно же, что определить, если здесь фундаменты рядом, и если замкнутый контур человек построил, то просто залить его весь, например. Если есть программеры, напишите, почему эта задача конкретно на вот этой движке такая сложная. Они просят уже не первый год. Ну, не, первый год, хорошо, это я утрирую, игре всего год, но тем не менее. Так, ну хорошо, вот у нас, ёптать, я ж без иранца. Никогда не привыкну к тому, что я теперь без иранца. Так, вот у нас, значит, есть здесь такая вещь. Так, у нас здесь есть такой лифт, у нас здесь есть такой спуск, который, наверное, надо будет сделать побольше. И теперь, сильно не мельча, нам надо здесь начать бахать. Так, ну допустим, здесь будет проход. Так, а стены я уже могу делать? Могу ли я уже делать стены? Так, стены это у нас вообще, стены у нас вот. Да, стены я могу делать. Так, раз я могу сделать стены, давайте мы тогда сразу обозначим. Так, ну допустим. Хорошо, здесь у нас будет какая-то площадка. Здесь мы будем водить хороводы и петь песни. Здесь мы можем, если что, все это дело расширить. И где-то... Мне надо будет еще сделать, чтобы у меня выходили хранилища. Хранилища, на которые я буду все дело заводить. То есть мне нужны какие-то места, какие-то хранения, чтобы я мог подойти и любую фигню взять по фабрике, не бегая туда-сюда. Я так думаю, что, наверное, они будут располагаться где-то вот здесь примерно. Сейчас мы распланируем, потом дальше нормально пойдет. Так, для начала мне нужны организации. Так, давайте поставим здесь вот. Нет, не поставим, у меня прутов нет. Блин, пруты закончились. А без прутов я не смогу ставить конвейерные ленты. Да и без железных пластин тоже не особо их не поставишь. Ладно, тогда пойдем для начала сходим за прутами. Так, у меня провода, в принципе, есть, хотя медяшки можно зайти и забрать еще. Так, еще 500 медяшечки возьмем. Медяшечка у нас ушла практически вся на космический лифт. Делаться она медленно. Пока что. Но скоро будет делаться быстро. Так, сейчас пойдем украдем прутов тогда. Украдем прутов. Так, украдем прутов. Ну, сколько там нужно? Да, в принципе, давайте все берем. Так, берем все пруты. Здесь у нас производится, здесь у нас хорошо, здесь у нас все зашибись. Так, идем теперь. Вообще лифт прикольно смотрится. И пустынная локация прикольно смотрится вот с этим песком, в принципе. Но она все равно довольно унылая. То есть, вот эта фигня, где у меня там скат летал, она была гораздо круче.
У меня скат летал прямо через базу, и на нем можно было кататься. А здесь что-то не скатов. Не... Ну, я знаю, что здесь еще один летает, где-то вот там. Если я правильно сориентировался на местности. Но на него бежать и бежать. Короче, локация с пустыней все равно унылая. Как ни крути, она унылая. Так, нам нужно теперь... Так, нам нужно теперь сделать что? Хорошо, давайте так. Значит, нам нужна плавильня, на которую мы будем заводить ресурс какой-то произвольный. Соответственно, она там будет плавиться. Значит, нам для начала нужен конвейерный разветвитель. Нет, сначала даже не так. Сначала давайте мы вот это вот все нахрен снесем. Пару квадратов отступим и вот начнем строить отсюда. Потому что мельчить смысла никакого нет, лучше достроить потом. Так, ну давайте так, смотрите, у нас будет плавильня. Так, у нас будет плавильня. Так вот она у нас будет, допустим, стоять. Здесь у нас будет заход, там у нас будет выход. Логично? По-моему, логично. Так, вот у нас плавильня номер раз. Это у нас будет блок первый какой-то там, не знаю. Для чего он будет, для чего угодно он может быть, на самом деле еще без разницы. Так, вот у нас первый блок плавильни. Так, мне надо вывести на панель быстрого доступа конвейерные. Так, что у нас будет? 6. Разветвитель, соединитель и для начала плавильни. Так, 6, 7, 8. Вот так. Так. Хорошо, теперь давайте так. Конвейерный разветвитель нам нужен будет, направленный вот с этой стороны. Допустим, отсюда у нас будет заводиться все. Тогда я, наверное, не смогу его подопустить. Да? Он, наверное, не опустится. Мне придется тогда вот этот квадрат разбирать. Квадрат разбирать не хотелось бы. Так, нам надо сейчас просто один раз спланировать, потом по образу и подобию будем делать. Так, тогда мы делаем конвейерный разветвитель, получается, примерно где-то вот в этом месте первый. Тогда с него я вниз, да, преспокойно спущусь, уж мне захочется. Так, ну давайте спустим. Вот у нас пойдет первый какой-то произвольный ресурс. Тогда нам надо плавильню немножечко перенести. Они могут на воздухе стоять, да? Это прикольный момент, но мы не будем все равно так делать. Так, давайте тогда вот эту плавильню переносим сюда. И вот эту плавильню переносим сюда. Так, вот так. Это у нас получается... Так, здесь мы делаем быстрые штуки. Здесь мы делаем быстрые штуки. Здесь у нас получается заход. И здесь мы типа что-то плавим. Это у нас блок номер один. А вот эту вот херню, по моему замыслу, мы можем скрыть потом. Сейчас мы посмотрим, сработает ли мой замысел или нет. Это, по идее, я думал, что сработает, но она почему-то мешается. Хм. Так, эта штука все-таки мешается. Надо было еще дальше переносить, чтобы ее скрыть полностью. Так, еще дальше получается на один блок, для того, чтобы у нас получилась полную скрытую проводку. Ну, давайте сделаем еще на один блок дальше. Наша задача сейчас сделать так, чтобы все было максимально красиво на будущее. А потом просто все это дело скопировать. Так, ну давайте тогда... Как у нас было-то? Было вот так, значит вот так вот надо сделать. Так, вот отсюда у нас заходит разветвитель. Так, пробуем еще раз. Угу. Так, есть такое дело. Так, теперь берем фундамент. Да, все, фундамент закрывается. И здесь поверху, по идее, должна пойти еще вот такая пластина. Да, все, пластина идет, отлично. Здесь можно будет ходить. Вот это все говно у нас закрывается блоками. И, в принципе, никому дальше не мешает. Все, осталось только плавильню перенести тогда. Так, вот у нас плавильня номер раз тогда переносится. И отсюда тогда можно будет их нормально модерировать вот с этого с этой штуки, если нам это вдруг пригодится. Я на самом деле думаю, что не пригодится, но тем не менее. Так, разворачиваем это барахло тогда и вот так вот присоединяем. Так, зацепляем тогда одну штуку. До того, как у меня будут быстрые ленты, конечно, вот эту вот фигню сверху прокладывать бессмысленно. Потому что отсюда будет довольно тяжело... Их потом улучшать. Но когда будут быстрые, мы вот так вот все закроем, и классно. Так, это у нас, получается, часть блока номер один. Но это только одна часть, потому что у нас должна быть еще одна. Так. Ну, для того, чтобы нормально работала стаколка вот этого всего,
нам нужно теперь конвейерный соединитель поставить тоже примерно вот так же. Который будет выходить куда-то сюда. И уходить в итоге вниз. То есть стоять он должен, ну, получается, что вот здесь. Здесь тогда у нас и стена войдет, и все остальное, что нам нужно. Так, допустим, ставим вот эту вот фигню сюда. Так, под ней тогда разбираем вот эту вот хрень. И уводим это вниз. Да, нам же это не нужно здесь? Нам это здесь не нужно. Так, все, вот мы увели эту фигню вниз. Здесь, соответственно, тоже можем сделать сверху такую штуку. Ну или просто как минимум ее закрыть. Здесь потому что будет блок пересекаться, но закрыть ее стеной нам ничего не помешает. Так, хотя нужно ли это? Ну, наверное, нужно, я думаю. Так, давайте тогда ставим теперь с этой стороны, соответственно, тоже конвейерный соединитель, который будет направлен вот сюда. Так, стираем нахрен вот это. Вот это подключаем сюда. Теперь здесь берем, нет, не это. И уводим ее тоже вниз куда-то. Так, вот у нас получился блок. Вот у нас получился блок. Теперь нам надо понять, как конкретно будем подключать к электричеству. И на этом, в принципе, наверное, все. Так, и плавить мы здесь будем... Чем здесь будем плавить? Будем плавить здесь железо, либо медные слитки, либо что-то еще. Это у нас будет стакающаяся штука, уходящая туда в горизонт. То есть надо новое производство взять, подключили, все заработало. Так, ладно, это у нас плавильня номер раз. Теперь нам надо по образу и подобию сделать таких еще 4. Мы сразу тогда заложим на катерий. Или 3, сколько нам нужно будет, получается. Так, давайте смотреть. Ой, бля, я сейчас разобьюсь, да? Я не разобьюсь. Ну ладно, возьму тогда вот эту штуку хотя бы. До сих пор ведется разработка Саммерслупа. Хотя разработка уже должна была закончиться. Они нужны для того, чтобы телепортировать себе штуки в хранилище. Ну и где это все? То, что было известно изначально, на что нарисована 3D-модель работающая, которую уже показывали. И где это все? Этого и где нет. Да, я буду бомбить периодически. Кому не нравится, что я бомблю от того, что не сделали то, что обещали, ну извините. Просто люди, которые играют, не знаю, там 2 месяца, и которые начали играть, когда разработчики уже вот это вот все обещали, они такие: а вам же разработчики обещали. Ребята, нам разработчики обещали не это. Когда мы начинали год назад играть с самых первых дней, разработчики рисовали другие дорожные карты, обещали другие вещи с другими сроками. То, что мы видим сейчас, они не обещали. Это вообще не должно было быть. Именно поэтому у многих бомбит, у меня в том числе. Так, ладно, давайте так. Кстати говоря, по-моему, посимпатичнее стали модельки. Я что-то раньше не обращал внимания, но, по-моему, реально посимпатичнее. Так. Где-то нам надо будет ставить подключение энергосетей, но я думаю, что, наверное, не здесь, мне так кажется. 2 плавильни маловато. А больше я пока не вытяну. 2 плавильни маловато, да, больше я не потяну. Так, давайте тогда пристроим еще себе кусок фундамента. Который у нас уйдет сейчас под другой блок с плавильнями. На резонный вопрос, что я не хочу строить внизу, я могу ответить всем нуждающимся, что внизу... В любой момент могут переделать ландшафт. Там могут заспаунить любых собак, которые придут, тебя убьют. Может случиться абсолютно все, что угодно. Плюс там неровно, некрасиво. И я уже так однажды строил. У меня была старая фабрика и новая. Новая была построена над старой. А в старую я ходил как на экскурсию, чтобы посмотреть, как еще можно строить, когда у тебя нет четкого планирования. Вообще, когда ты начинаешь играть в эту игру, у тебя откуда бы взяться четкому планированию? Оно приходит только с X каким-то часом наигранным. Так, хорошо. Ну вот у нас есть плавильни номер раз. Теперь нам надо сделать такие же плавильни номер 2, оставив здесь... Ну, 1 квадрата здесь на самом деле хватит. Вполне здесь хватит 1 квадрата. Поэтому... Так, давайте тогда. Значит, вот так вот мы их выставляем. Да, они же ровно. По идее, они должны ровно сейчас встать.
работать. По идее, привязка, пока объектов мало, должна работать хорошо. На объектов сейчас прям мало. Так, соответственно, теперь конвейерный разветвитель, который мы подключаем, у нас станет ровно здесь по центру. Так, эту фигню мы убираем. Эту фигню мы спускаем. Так, эти штуки мы подключаем. Так, здесь конвейерный... где он тут соединитель? Так. Конвейерный соединитель мы здесь вот в эту сторону ставим. Так, на ленту мы его заводим. Эту штуку убираем. Так, вниз вот эту вот фигню опускаем. Так, все, здесь тоже все вроде как нормально. Теперь с другой стороны. Такая же история. Так, где у нас конвейерный соединитель, направленный вот в эту сторону. Так, мы его ставим сюда, подключаем вот такой вот фигней. Так, здесь опускаем, убираем. Так, девятку, дис, хоп, тыщ-пыщ. Так, все, отлично. Такая хрень у нас тоже с вами заработала. Так, это у нас, ну, допустим, медь. Это, предположим, железо. Нам нужно будет потом еще сплавлять эти черные металлы. Я уже не помню из чего. Из угля, по-моему. И из угля, и какой-то другой балалайки. Но это другая история, как говорится. Так, ладно, медь, железо, катерий. Катерий тоже пойдет у нас очень скоро на все на это. Поэтому под катерий сразу делаем третью. Здесь фигню. Но пока подключать ее как бы не будем. Так, мы ее просто распланируем, а сделать будем потом. Так, давайте тогда. А мне не хватит, да, наверное, расстояния теперь. Я так, по идее, должно. Мне не хватит. Не хватит мне расстояния. Так, мне надо еще пристроить фундамент. Ну да, что пристроим, господи. Какие проблемы. Я этих фундаментов сделал вручную 50 тысяч штук. Господи, это уже вот то, что сейчас вообще не котируется совершенно. Надо, кстати говоря, загрузить последний сейф и посмотреть, что у меня там сколько производилось. Есть же онлайн-калькулятор, если кто не в курсе. Там можно посмотреть, что у вас сколько понастроено. Загружайте свой сейф, и вам прям показывают. Пути рисуют, можно посмотреть карту. Карту высот можно глянуть и кучу других вещей. А еще там можно посмотреть, сколько у вас производится и что не хватает. То есть там, допустим, потребление указано и указано, соответственно, производство. То есть можно посмотреть, чтобы сделать стопроцентную фигню, что надо для этого придумать. Так, что-то у меня тут, по-моему, немножко неправильно, нет? Или это модель такая? Так, ладно, давайте тогда развернем. Да, это, наверное, модель такая. Так, развернем. Меня все не покидает мысль, что я что-то сделал не так. Ну и ладно, если что, мы потом все переделаем. Здесь пока всего очень мало. Так, разветвитель. Так, разветвитель ставим сюда. Убираем его куда-то сюда вниз. Так, подключаем. И вот это дело тоже подключаем. Так, теперь давайте собираем конвейерных соединителей. Так, соединители направленные вот сюда. Так, и соединитель направленный. Так, что-то я не так сделал. Не так поставил, потому что здесь криво. Вот эта штука, по-моему, криво стоит. Да, здесь расстояние больше. Не надо нам, чтобы было криво, нам надо было, чтобы было ровно. Так, чтобы было ровно и все стояло красиво. Должно быть вот так, по идее. Оба-на. Так, семерку, соединитель. Так, в эту сторону. Вот, теперь все нормально должно быть. Так, зацепляем, здесь убираем, убираем. Так, почему у меня вместо конвейерного лифта постоянно на одну и ту же кнопку выходит, блин, эта фигня? Что-то, по-моему, маленько подглючивает. Так, ну это, допустим, будет катерий. Так, сталь, медь, катерий. Где у нас будет что? На самом деле, не суть важно, где у нас будет что. Вот вообще не суть важно. Но предположим, что вот это у нас будет... Что у нас тут ближе-то? Медь, сталь. Ну, допустим, вот это будет медь. Так, здесь мы будем делать медные слитки. Так, здесь мы будем делать медные слитки. Здесь, соответственно, мы будем делать слитки стальные. Так, здесь мы будем делать слитки стальные. Здесь мы будем делать слитки медные.
Так, там у нас все продолжает производиться. И где-то теперь нам нужно сделать подключение. Нам нужно сделать подключение. Для этого нам нужно будет протянуть вот эту штуку в самый-самый низ. Но при этом почему вместо конвейерного лифта вот эта фигня получается? Я не понимаю. И почему ее можно утопить? Раньше вроде нельзя было. Ну да, раньше он вроде как ругался на установку. Теперь ему вообще насрать, да? Ну ладно, насрать, насрать. Так, здесь я миджи плавлю, правильно? Да, здесь я плавлю мидж. Из нее получаются медные слитки. Блин, мне нужен ранец. Я без ранца себя очень плохо чувствую. Хорошо, вот у нас медные слитки. Теперь нам нужно соединить в итоге в одну кучку, соответственно, выход этой самой меди отсюда. Выход этой самой меди у нас соединяется будет где-то вот здесь. Начнем для начала с меди, потом посмотрим. Так, там у нас космический лифт, и как бы хрен бы с ним пока. Так, вот это все, в принципе, кроме вот этого, можно залить в цемент. Теперь мы проделываем еще вот здесь такую приблудину. И эту медь нам надо будет потом как-то утаскивать на следующее производство, то есть куда-то вот туда вдаль. За все вот эти вот манипуляции. Ну, давайте тогда сделаем следующим образом. Тогда, ну, почему, блин, я нажимаю на конвейерные лифты? Почему так происходит, я не понимаю вообще. Так, это мы стираем. Так, это мы ставим вниз. Теперь нам где-то здесь, ну, где-то прямо вот здесь вот, нужен, наверное, конвейерный соединитель. А почему он не примагничивается? Он же должен магнититься вот на эту штуку. Че не магнитится? Ну ладно, я не гордый, я так поставлю. Так, ну давайте поставим его где-то плюс-минус примерно по центру. И я думаю, что я пока его, наверное, медленными подцеплю. То с пластинами всегда проблема. Так. Его нужно примерно куда-то вот так вот, наверное, дотащить, чтобы было ровно. Нет, не так. Ну, я почти угадал. Так. Да, вот, все, теперь нормально. Теперь нормально, единственное, что стоит многовато, потом это будет сложно греть. Ну окей, вот у нас медь. Вот у нас медь, которую можно теперь преспокойно тащить дальше. Так, поехали, теперь такую же манипуляцию сделаем с железом. Так, это у нас... Че это у нас? Это у нас объединение уже должно быть. Так, эту штуку надо стереть. И вот эту штуку надо стереть. Эту штуку, кстати говоря, тоже надо стереть. Только ее надо... сделать, чтобы она до конца не доходила. Вот так примерно. Ну, о. Так, давайте теперь соединяем вот эти вещи. Так, соединяем. Так, здесь у нас железо, соответственно, пойдет уже теперь. Так, все, вот эту штуку мы обстроили. Здесь у нас все заводится. Здесь у нас лишние, кстати, куски фундамента, которые надо сразу убрать. Все, вроде других лишних нет. Вон там еще лишний кусок. Все, теперь других лишних кусков нет. Хорошо. Теперь давайте сделаем такую же фигню здесь. Так, спускается вот эта штука. Так, спускается вот эта штука. Так, это у нас железо. Это у нас железо. Железо давайте ставим так же. Нам нужен конвейерный соединитель, который будет стоять где-то вот примерно вот здесь. Направлен он будет примерно вот туда. Так, херакс. Так, и объединять он будет у нас, соответственно, вот эти вот штуки. Так, давайте тогда... Ну, сколько надо довести? Сюда? Нет, перевел немножко. Перевел, чуть-чуть перевел, значит, чуть поближе. Вот сюда, наверное. Так, да, теперь ровно. И это у нас получается железо.
Теперь нам надо все вот это вот здесь запустить каким-то образом. Я думаю, что, наверное, это надо будет запускать сразу через стойки. Для того, чтобы дальше все это было более-менее как-то внятно выглядящим. Так, давайте сразу ставим стойки тогда. Неправда, пока до конца непонятно, что мы дальше будем с этим делать. Но пусть будут стойки, хорошо. Я думаю, что стойки на самом деле неплохой выбор. Так, то есть у нас идет, значит, блок вот здесь вот один. Потом мы его поднимаем, ведем здесь. И потом поднимаем дальше. Насколько я могу этих стоек, кстати, поставить? Мы можем их рядом потом ставить, если что. Ну, на самом деле нормально. Я думаю, что должно быть норм. Так, наша задача теперь подцепить. Только давайте пока медленными конвейерами это сделаем. Таким десяточкой. Угу. Так, вот нас соединила здесь медь. И куда-то там пошла, куда ей надо. Так, теперь нам нужно, значит, поставить еще стойку вот сюда. Так, стойка. Что-то, по-моему, немножко горячие клавиши подглючивают, потому что я 100% нажимаю куда надо. Так, теперь, значит, тут у нас, ну, допустим, где-то вот здесь будет стоять стойка, и как-то вот так вот будет стоять стойка. Значит, отсюда у нас пойдет железо, которое мы как-то дальше запустим. Ну, отсюда у нас пойдет. Так, во-первых, мы соединяем вот эти стойки. И дальше соединяем вот эти. На, все, угла хватило. Так, железо, медь у нас, короче говоря, хреначится дальше спокойно. По-хорошему, конечно, и катерий надо сразу сделать. Но я думаю, что это, наверное, тема отдельной беседы. Да, наверное, пока сделаем перерыв. Тогда катерием, подключением катерия займемся уже дальше. Короче, вот у нас есть такая шина для базовых всяких вещей. Куда мы будем хреначить... Дальше все это дело, я не знаю. Мы здесь можем сделать еще один ярус, наверное, выше. Я посмотрю. По идее, должны. Даже не один. Даже два яруса мы можем сделать. Короче, по одному ряду стоек мы можем хреначить довольно много ресурсов. Тогда вот здесь вот, наверное, имеет смысл отступить еще пару блоков. Для того, чтобы не мельчить. Чтобы здесь этих стоек можно было проложить хренову гору. Окей. Тогда мельчить не будем. Зачем нам мельчить, когда можно не мельчить? Тогда мы, значит, будем где-то примерно, наверное, вот на этом месте сделать себе хранилище, из которого будем ресурсы забирать. Но это будет чуточку попозже. А пока нам надо будет в следующей серии все это доделать и запустить производство частей, которые откроют нам доступ, соответственно, к следующей фигне. Вот этих вот. И пока они будут производиться, то есть нам нужен полностью весь блок. Соответственно, нам нужно производить все, кроме меди, короче. Из меди нам ничего не надо. Нам нужно сделать цепочку, которая железо все будет делать. Этим мы, собственно, и займемся тогда. На сегодня я с вами прощаюсь. Сделали мы вот такой вот задел на будущее. Потом, соответственно, все дело переподключим. Я пойду пособираю валежник, перезапущу наши генераторы, перезагружу. Они там уже на последнем издыхании должны находиться. Ну и тогда в следующей серии продолжим. Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.